Всем доброго времени суток. Всем привет. Мы играем за Rogue. Я не знаю, за Rogue или не за Rogue. Что-то очень как-то странно все. Либо у кого-то глюки. Долботрясы? Он не может, она не может телепортироваться. Вы как слышите меня, долботрясы? Я такой слов даже не знаю. Я тоже не знаю. Как-то она перестаралась, по-моему, с поцелуем. Да. Я тоже так думаю. К черту горячие ванны. Теперь. Я теперь так собираюсь. Расслабляться, в общем. Ей понравилось. О, у нее вот такая штука есть. Она такая красотка. Смотри, сколько у тебя фанатов там. Ага. Ой. В очередь, мальчики. Ай, 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 ай. Да, это будет сложно. У нее телепорта нет, ничего нет. Оружия другого нет, стрелять она не умеет. Ой. Да. В очередь. Да. Ой, а как это так? Какая печалька. Не стани там. Блокирует еще. Ага. Вот эти меня раздражают. И вот эти. Да у них такие когти, ты видел, да? Как два, как ее мечи. Только по пять на каждой руке. Ага. Дэдпуловские глюки, ей уже все кости перемыли. Фанатеют там. Ай-яй-яй. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бешеная. Ай. Ай-яй-яй, уходи, уходи. Вот эти вот, вот эта пачка самая противная, последняя, может быть. Или нет? Подожди, подожди. Все, фу. У тетки, тетки, ага. Все, тебе достанется сейчас. Странно, мне показалось, этот фиолетовый еще где-то живой был. У него вроде ХП еще осталось. Не-не-не. Ай. Вот гад. Еще идут. Не бойся, Rogue, мы спасем тебя. Мистер Милашка, что ты? Во время создания этой игры ни один пес не пострадал? Наверное. Ой. Фу, какая гадость. Ты издеваетесь, что ли? No guts, no gore. Ой, фу, как... Кишка тонка, да? Как глубокомысленно. Окей, тележка пуста, нажми. Окей, я пускаю этот рычаг прямо здесь, чтобы открыть ворота. Этот рычаг. Это типа подсказка. Ты отлично справился с этим рычагом, сынок. Да, теперь ворота открыты, потому что я нажал на этот рычаг. Все запомнили. Блин, мы уже поняли. Фу. Фу. Отдайте ноги. Ноги, они нам нужны, вернее их. Быстро нажимай ЛТ, чтобы забраться. Ой, блин. Быстро нажимай. Безумие, это будет больно. Так, игрок, не скромничай, просто начинай рубить в капусту.
Ой, чувак, внутри нас еще один чувак. Ага, и не в хорошем смысле. Что это? Зомби во всеоружии и с четырьмя руками. Блин. Ой. Какой кошмар. Снимите с меня это, снимите это. Бочки. Ой, бочки, да. Вот так тебе. А, ну бочка. О, сейчас, погоди, придут еще. Где они там? О. Еще одна. Не, они пропадут, эти штуки? Не знаю, а я не могу их взять. А. Гранаты! Ой. Ой. Не, все хорошо. Будем надеяться. Так и задумано. Ой. Рано или поздно все они узнают. Нажми А. Смерть, моя девочка. Всемогущая, внеземная, сексапильная. И она меня хочет. Я уж знаю, я отлично понимаю. Я тоже тебя хочу. Мы встретились в один из тех моментов, когда я был на волосок от смерти. Мы не сможем быть вместе, пока я не умру. Но я не могу умереть. Заново. Эй, детка, рад тебя видеть. Давно не виделись, дорогуша? Что я здесь делаю? Что ты здесь делаешь? Почему мы танцуем? Ты истек кровью, моя любовь, и теперь мы вместе. Как и всегда, наше время вместе коротко. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. Все, что хочешь, мой сахарный черепок. Злодей выкапывает трупы мутантов и забирает образцы ДНК. Звучит сложно. Духи тех мутантов все еще витают здесь, жаждая его остановить. Я не могу забрать их. Эй, кто съел мой ля-бургер с сыром тесо? Ты хочешь, чтобы я освободил их души, мой костлявый кексик? Да. Я об этом забочусь, детка. Дэдпул. Да, моя костлявенькая невеста. Соберись. Буквально в смысле слова. Что за сон? Мы посылаем тебя дальше по рельсам. Ой, понеслась. Ой, там столько вкусняшек было, блин, гады. Мы забыли нажать на рычаг. Ноги снова со мной. О, как я по вам скучал. Найдите способ привести в движение вагонетку. Надо быстрее освободить духов для смерти. Вот так. Ага. Ты помнишь, где рычаг? Плохо. А, граната. Нате вам, в обратку. Я вот вижу рычаг. Ага. Ну и ничего, на комбо не прорывает, нормально. Что такое за звуки? А. Ого! Потом. Ой. Что ты, значит, потом говорил? Потом, потом. А, я думал, ты к ним сейчас да. Как раз свалишься. Там сундук. Ну-ка. Теперь вагонетка. А что в сундуке? Просто опыт дали. Кто? А ты кто? Где кто? А, вот это он просто мом сказал. Так, там в коридоре было... Пока не вагонетка не поеду. Я еще тут не закончил. Вот. Ага, там был зеленый какой-то коридор, видел, да? Да. О. Ого.
That symbol looks awfully familiar. That's our symbol. Old Genosians had an incredible sense of style. Why would our symbol be in the catacombs of a freaky mutant island? А там все или нет еще? Вроде все взял. Dun, dun, dun. О. Всего-то. 1500 всего. Ну считай, что здесь лежала вкусная штучка. Просто. Не, так не интересно. Ну еще 1010 давай, хотя бы. Можно 1000. Ну. Что-то его не хочет. 150 тысяч давай. Там ноликами пропустили. Ну здесь 150 тысяч. Конечно. Два раза. Ой, как мы этот пропустили. Ай, блин. А ты можешь просто между... Только там, где подсвечивается? Там, где ровная земля. В смысле, не земля, а это... В общем, ровно где. На обратном там, кажется, да. Нормально так, по фану. Все вроде, да? Ну... Ой, а это куда? Я не знаю, наверное, куда-нибудь к вкусняшкам. Подожди, что-то тут... Такие городушки? Там мы были. Ну, здесь внизу еще рычаг есть, и все. Но это не тот рычаг, я так понимаю. Отлично, бочонок, чтобы вагонетка поехала. Но зачем использовать один бочонок, когда можно использовать три? Зачем использовать три, когда можно использовать миллион взрывающихся бочонков? Ну-ка жми их больше, прикольно. Эй, стой, это не игрушка. Стой, он не запрограммирован на такое обращение. Нет, стой, пожалуйста, ты сломаешь скрипты на уровне. Программную. Эй, только я могу ломать четвертую стену в этой игре. Эй, куда делся агрегат для бочонков? И бочонки. Может, стоило послушать эту корову? Это просто был прикол. Я мог пройти. Что, сломал? А. Перезарядили? А, нет. Кто велик? Ладно, готов? Поехали. Ну да, тебе на ускорение поставили, я смотрю. Да. 65 тысяч. Ты хотел 65 тысяч на что-то. На что-то? На что? Ну, у меня тут довольно много чего можно. Не, ну ты конкретно что-то хотел вроде. Усиление, да? Силу нет. А, вот здесь, наверное. 80 тысяч надо. Да. Еще можно вот здесь бы было прокачать, наверное. Довольно интересно против босса должно быть. Наверное. Ладно. Давай не будем пока мучиться. Давай возьмем... Верни урон врагу, который прорвет твою комбо. Набери разгон только на атаках LB плюс Y. Получи двойной урон на 10 секунд. Вот что-то типа крутое. Ай... Ну, короче, ладно, не знаю. Не буду пока больше ничего брать. Посмотрим потом. Я готов. Что делать? Эй, Дэдпул, мне нужно перетереть с тобой пару костей. Скелеты? Ничего не делать вообще? А зачем? Они что, в тебя стреляют, что ли? Да нет. Они просто... Просто катаются. Болтаются с тобой. Я чувствую себя живым. Мне их жалко. Эй, это кабель. Как делишки, кабель, братан? Заткнись и спускайся сюда. Понял тебя. Ты должен попробовать прокатиться. Клоны злыдни здесь, и мои расчеты говорят, что это большое возмущение временного потока. Конечно, временной поток. Не понял. Просто поддакивай. Проклятие, Дэдпул. Ты даже не подозреваешь, насколько твое участие важно для того, чтобы остановить злыдни.
Ай-ай-ай, ничего не вижу. Дурацкие ступеньки. Ты, главное, не свались. Ну да. Куда идти-то вообще? Ты чё такой мощный-то? Ой. Это бахнет. Блин. Поджопник тебе для скорости. Ну и чё, куда мне? Ой, это что за штуки? Нет. Может, их просто убить надо? Нет. Пока не всех. Нет, это не того. Самый умный, что ли, там? А если это пушка мощная, которая? А, давай попробуем. Ну, хоть толк есть какой-то. Выходи. Все нормально. Да, блин, выходи. Все, убили. Ну чё, кабель? Нет, еще не все. Смерть! Я скучал, крошка. Что ты тут делаешь? На этой платформе стоят 3 статуи. Выбери одну, найди дух и приведи его сюда. Какую выбрать? Давай желтенькую. Троица любит разрушение. Наполни статуи, принеси освобождение. Какие красивые стихи, очень жизненные. Но что за хрень означают? Ладно, пусть будет, ничего не слышу. Так пусть же квест за сокровищем начнется. Иди уже, Уэйд. Не беспокойся обо мне. Я работаю в индустрии видеоигр. Зеленый. Зависть. Убийца влюбленных. Оп. Найди духа, засунь его в статую и верни ее смерти. Легче легкого. Ну да. Так, тебя. Ах вы! Это типа аналог того... Да, только, видимо, усиляет. Ага. Ого! Ваншот. Здесь даже еще критичнее вынести его быстро. Ну да. Блин. Гад. Пока я этого бил. Молодец. А-а-а! С ума сошли, что ли? Он еще отходит назад за все. Ага. Что они там кричат? Да он. Фигня какой-то занимается. Мочи, мочи. Вот так. Потом возьму вот так. Сила. Как-то не внушает пока. Тащить куда-то надо или просто отбиваться пока? Вы что, с ума сошли там? По-моему, да. Кто там такой умный-то вообще? Бочки аккуратно. Ага. Ой, круто. Чуть не хватило.
Опять? О, с этого места хотя бы. А, ну да. А вот под кудрёк они кидают? Под все стреляют. Два. Ой, еще попрыгали. Ой, и такой, и такой, смотри. Бочка, бочка, бочка. Блин. Нормально. А, то есть они усилены и на силу, и на защиту. Офигеть можно. Ай. Ай-яй-яй. Вот тебе. Вот тебе. Ты у нас, да, щитовик? Да, да, да. Еще чуть-чуть. Есть! Клево так, отошел. Подошел. Какой-то новенький, кстати. Ага. Мечами огненными. Вот так. Успокоили. Так. Найди духа. Ну, задание все тоже. Засунуть духа в статую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понял. Ты че мечешься-то? Че? Не-не-не, все хорошо. Камера, зачем ты опять снизу ракурсы показываешь? Лучи. Так. И все? Никого нет? Сундуки. Это лифт, да, вообще? Вроде да. Ой, а кто меня поднимает-то? Он сам. Он автоматически. О, хорошо. По-моему, это пародия на всякие РПГшки. Опять эти. А, не подходите. Ой, дурачки. Ой, это эти взрывающиеся, да. Усиленные. Будет ваншот, если такой догонит. Гад, использовал мой кам-кам. Страшное дело, наверное. Ай. Если такой насилуй, на защиту будет. Ну да. Думаю, страшное. Фу. 90 тысяч. 95. Ого. Надо что-нибудь? 150 надо. А. Рычаг. А там еще сундуки где-то были, я помню. Ну да. Не-не-не, это не самый. Я понимаю, сундук вон там. Угу. Дальше за дверью получается. Да нет. А, это не сундук, это бочка. А сундук вот он. Вот он сундук. Тьфу на вас, 1500. Пойди еще какую-нибудь ачивку дадут. А если ты все соберешь? Ну, я думаю, я все уже не сверну. Издеваетесь, да? Ты это придумал. Я говорю, это пародия какая-то на все RPG. По подземельям лазить.
You know, locking me in may not have been your best plan. Ой, Петя. Вот эта пушка хорошо их выносит, конечно. Патронов у меня мало, да? Ай, ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А в чем ты с тобой? Ой, у меня мало энергии, зато много витамина С. О, караул какой-то творится. Я буду регенерировать? Да. Ай. Ай. А! Ничего себе. На пол хп. Звонко получилось. Ой. Ты надо верхнего этого снять. Только там потом уже с этим. Нормально, сейчас так. Мне показалось, я из него деньги выбиваю сначала. А, встал. Ага, вот они эти. Тоже новенькие. Противные. Да умри-то уже. Вот кто-то получит. Наверное. Ух ты! А кто... Откуда он взялся вроде? Ой, уже не было. Было. Так я одного убил. Их трое было до этого. Осталось двое. Капец. А, хадгад. Не мешайся мне там. Что ж так долго убиваешься-то? Вот. Хорошо. Да. Вылез? О, во, во. Готов. Все, отлично. Ура. Еще кто-то. Спускайтесь, найдите его тело. Он все еще жив. Кто этот мутант? Кто я? Я Дэдпул. Болтливый ассасин. Они что, вас клонов вообще истории не учат? Вы что ли выходите из машины, вам дают оружие и все? Позвольте мне пролить немного света знания на вас, клоуны. Сначала я был злодеем, как вы, недоумки, только симпатичнее. Но это было отстойно, так что я пытался быть хорошим парнем типа Росомахи, только симпатичнее. И нельзя забывать о злой секретной канадской военно-научной лаборатории. Потом было немного мочилова. И больше мочилова. И еще больше мочилова. О боже, мы все умрем. Если быть точным, мочилово так и не закончилось. Что подводит нас к настоящему? Я там сзади кто-то стреляет, я вижу. Ай! Ай! От этих драпать надо. Ну да. Откуда они только взялись-то сзади? Еще. Слышь? Слышу, да. Надоели. Самые, по-моему, раздражающие здесь, это они. Ну так, прокачаю, пожалуй, вот это. Ой! Ха-ха. Вот гад. Регенерируй. О.
So take this gun home with me. Не понял. Okay, all done with the killing. What now? Follow me. А где ты? Он на внизу стоит. Иду, иду. Ух ты, ух ты. Ну да. Все? Ну что, пошли смерть. Открывай. Сундук. Ой. What treasure you find, but do not wander too far into the shadows. Not all spirits in the catacombs are pleased by the presence of outsiders. Ого. Один из 11. Ага. Кстати, какие-то. Это побыстрее надо, что ли, получается? Или отбиваться даже еще не придется? Знаю. Он еще бы вот не клинило его. А, дерутся. Понял. Забирай все сокровища, какие найдешь. Но не углубляйся слишком далеко в тени. Не все призраки в катакомбах рады присутствию чужаков. Короче, в общем, нафиг эти сундуки. Учитывая такой жесткий глюк с ихним открыванием, я думаю, я их буду пропускать. Ну вот, опять. Я не знаю, с чем это связано. Но сундуки не хотят открываться периодически. Эй, детка, куда ты уходишь? Получше разглядеть грядущее. Держи своего курса, не пугайся. У нас гость. Покажи свою любовь ко мне и освободи его душу. Не, ну не сидеть же весь вечер с этими сундуками. Фиг с ними. Ну и чё он там стал? О. Какой-то уровень вообще глючный, я бы сказала даже. Ну это не уровень глючный, это игра вообще глючная. Весьма сильная. Вот это, конечно, телепортами тоже прикол. Ну я еще все глюки, я думаю, припомню. Нет, то есть я как бы понимаю, что это все реально взять, но это с какой попытки надо, я не знаю. Моя совесть чиста, попыток 20, наверное, я точно сделал. Мы прибыли. Этот дух принадлежал мутанту, который мог повелевать огнем ада, если бы он того пожелал. Иди с осторожностью, любовь моя, ты будешь подвергнут испытанию. А, нифига себе. Так, короче. Этот уровень одобрен Дэдпулом, короче. Хорошо. Какой-то такой олдскул, действительно. Ладно, на этом закончим серию. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. И увидимся. Всем пока. Всем пока. We'll be right back.